Абсолютно, да, абсолютный гуманизм, который включает всех и верующих, и любую религию. Да, 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 дети, конечно, все так, это песочница, да, тут волшебники живут. Да, не бу... отняли, заплакал, все, вернули, окей. Просто давайте как-то выживать вместе, вот это, об этом надо заботиться. Нет врагов. Вот, вот самый большой шаг, который совершила планетарная мораль, я ее так называю для себя, такое придумал слово. Очень важно было как понять, что нет, что врагам надо любить. Очень важно. Это было очень важно. В технологии выживания человечества был грандиозный шаг. Но сделан больший сегодня. Нет врагов. Вообще их нет. Будем любить врага. Да ты что, как? Раньше вы говорили, врага не люби, люби друга. Сегодня я сказал, люби и врага. А как это? Вот так. Относись к нему так же, как ты хочешь. Это фантастика. И это сделало нашу цивилизацию на самом деле. Но она же растет. Она же именно из уважения к тому, что в основе лежит очень мудрые, точные слова, мы должны признать, что и детище растет тоже. Чем лучше отец, тем дальше от него ушел ребенок. Если ребенок остался рядом с ним, плохой отец. И я также говорю, что там, ребят, вы что там детям своим? Конечно, как, что хотите, куда хотите. Меня... А как они, ты будешь жить, когда там на те дети? Вы что, с ума сошли? Я что, себе рабов выращиваю, что ли? Да забудьте, если я вам не нужен, забудьте. Это мое дело быть нужным. Если я не нужен, не надо меня опекать, ничего. Все, живите. Вы, я вас отпускаю, вы мой самолетик бумажный, мой кораблик, я вас отпускаю, чтобы вы как можно дальше ушли, и вдруг я... А сам я, кстати, якорем буду висеть у вас там. Что за... Какой кораблик? Какой? Они никуда не улетят. Нет, чем лучше отец, тем дальше ушел ребенок. То же самое с религией. И она ушла дальше. И она поняла, сказала, батя, слушай, а нет врагов-то вообще никаких. Любить-то надо самого себя, потому что мы все одно целое. Как же, а вот он там, ориентация у него, ну и что? Он мой брат. А этот вот он-то, ну и что? Он совершил ошибку. Давай с ним говорить, давай его менять. Но он тоже мой брат. Планетарная мораль, она дальше просто сделала шаг. Она когда вы говорите, что вот вы там, что вот эти идеи, которые говорю, они звучат очень христиански, да, они просто, они дальше просто. Они включают в себя и понимание этого всего, но они дальше. И основаны на разуме просто, вот эта разница.